привет! Меня зовут Таня Тузова, а это собачка Барон. Вы смотрите дневники Славянского базара. Этот фестиваль проходит в Витебске уже 28-й раз и пользуется большой популярностью не только у зрителей, но и у самих артистов. Выступать на сцене Славянского базара – это большая честь для каждого, кто любит музыку. Первым, кто выступил там в этом году, Стас Михайлов. Мы с радостью посетили этот фестиваль и покажем вам все самое интересное. Несмотря на то, что фестиваль проводится 28-й год подряд, народу в зале с каждым годом все больше и больше. А организаторы не перестают их удивлять. Стас Михайлов – популярный певец и автор песен, заслуженный артист Российской Федерации. Его концерты всегда собирают полные залы поклонников творчества артиста. Большой сольный концерт в рамках фестиваля «Славянский базар» не стал исключением. Для жителей и гостей Витебска Стас Михайлов исполнил свои новые песни, а также уже проверенные временем хиты. Их зал пел в унисон с артистом. Одним из сюрпризов для гостей концерта стало исполнение совместной песни с Тамарой Гварцицелли. На сцене была не только премьера композиции «Давай разлуки запретим», также артист снимал материалы для будущего клипа. Концерт Стаса Михайлова на Славянском базаре 2019 стал настоящим подарком для каждого, кто его посетил. Поклонники артиста не остались в стороне и поблагодарили артиста цветами. Это был первый выпуск дневников Славянского базара с Таней Тузовой и собачкой Бароном. Дальше будет еще интереснее. Смотрите Music Box Gold и ловите меня. Пока-пока!